Если вы думаете, что вам нужно для приготовления смешанных напитков очень много инструмента, оборудования и так далее, вы ошибаетесь. Сегодня я вам покажу, как приготовить с гринджеком очень крутой, можно назвать его арбузный пунш, но безалкогольный для детей, обязательно сделаем алкогольный. Для этого нам нужно 2 стаканчика. Для того, чтобы наметить диаметр отверстия, нож, венчик и миксер от венчика. Все, поехали. То есть вы ставите 2 стаканчика на арбуз. Вот мы взяли для детей специально без косточек. Делаете отверстие. Отверстие должно быть достаточно глубокое, для того, чтобы потом вы смогли миксером взбить все содержимое, которое находится в арбузе. Ложечкой. Поехали! Из стаканчика мы делаем язычок. И даем пробовать.